Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы подробно расскажем вам про уход за золотистым ретривером. Умные, энергичные и общительные золотистые ретриверы никого не оставят равнодушным. Эти собаки хорошо поддаются дрессировке и не представляют свою жизнь без хозяина. Золотистые ретриверы могут стать отличными домашними питомцами как для активных одиноких людей, так и для больших семей с детьми. Однако для этого им нужен правильный уход. Каковы главные нюансы содержания этих собак? О чем важно помнить, заводя золотистого ретривера? Давайте рассмотрим основные особенности содержания представителей этой породы. Шерсть золотистого ретривера требует особого внимания со стороны хозяина. Желающему завести себе представителя породы стоит быть готовым к тому, что эти собаки очень сильно линяют. В период линьки золотистых ретриверов нужно расчесывать специальной щеткой ежедневно. В остальное время хватит 2-3 раз в неделю. Купать представителей породы следует по мере загрязнения. Также золотистых ретриверов нужно регулярно водить на груминг. Золотистые ретриверы нуждаются в серьезных физических нагрузках. Без них представители породы могут стать упрямыми и непослушными. Специалисты рекомендуют гулять с собакой несколько раз в день, минимум по часу. При этом в каждый выгул важно включать элементы игр и дрессировки. Золотистые ретриверы очень сильно привязаны к семье, в которой живут. Без долгого общения с хозяином эти собаки способны впасть в настоящую депрессию. Именно поэтому представителей породы нельзя надолго оставлять в одиночестве. Золотистые ретриверы – очень контактные животные, которые нуждаются в регулярном общении с людьми. Глаза, уши и зубы золотистых ретриверов нуждаются в особом внимании со стороны хозяина. Их нужно регулярно осматривать на предмет загрязнений и при необходимости чистить. Также важно не забывать о регулярных профилактических осмотрах животного у ветеринарного врача. Питание золотистого ретривера должно быть сбалансированным и строго нормированным. Представители породы склонны к набору лишнего веса. Специалисты рекомендуют кормить этих собак 2 раза в день – утром и вечером. Из натуральных продуктов золотистым ретриверам больше всего придутся по вкусу говядина, крупы и кефир. Уход за золотистым ретривером несложен, однако имеет свои нюансы. Помните о них, желая завести себе представителя породы. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!